Жертвами крупной аварии, которая произошла сегодня ночью на трассе Дон, стали 4 человека. Пострадавших 17, большинство из них уроженцы юго-востока Украины. Как считают следователи, водитель рейсового автобуса, он ехал из Москвы в Донецк, не справился с управлением. В Воронежской области была очень плохая погода, шел ледяной дождь, дорога буквально стала катком. Автобус не смог затормозить и опрокинулся в кювет. Есть вопросы и к тем, кто должен был обеспечить безопасность дорожного покрытия на этом участке.